Здравствуй, народ. Сегодня первое видео, возможно, новой рубрики. Это находки на свалке. Итак, что же я нашел на свалке? Мне крупно повезло. Ну, находки, сразу скажу, связаны с радиолюбительством. Так что, добро пожаловать, смотрим. Вот я их разложил, все найденные платы на свалке. На стол, потому что были они в мешке. Так, ну эта плата вот первая. Она с телевизора, 100%. Как видите, тут куча сопротивлений разных. Даже какие-то микросхемы есть. На работоспособность не проверял, но на выпайку для радиолюбительских целей пойдет все. Потом вторая плата. Ну, такая же, только нету высоковольтной катушки. Ну и там еще некоторых элементов. Ну и пойдем к мелочи. Вот на этой вот плате куча керамики, куча сопротивлений. И она, я так посмотрел, подозреваю, чинит с магнитофона. Потому что вот мне попалась еще с дросселем платка. Это предположительно от блока питания, по-моему, магнитофона. Ну, я по всем платкам пройдусь. Вот эта платка No Name. Я даже не могу предположить, откуда она. Кому интересно. Вот микруха. Можете написать, что это может быть за плата. Похоже на то ли повышающую, то ли блок питания. А на самом деле, что за плата, не знаю. Ну, вот первая плата от магнитофона. Магнитофон не знаю, но похоже на маяк, но вроде бы не маяковская плата. А, самое главное, что мне понравилось, что мне повезло найти. Вот валялся вот такой вот усилитель под кучей хлама. Здесь микруха сейчас TDA 1521. Ну и написано Тайвань. Хороший усилитель. Походу по 15 ватт на канал. Это предположение, я еще не смотрел, это зашит. И самое интересное, уже с радиатором не нужно покупать. Также мне повезло вот такой вот блок питания откопать. Это блок питания тоже походу от магнитофона было. Ух ты, даже модель магнитофона есть. Вега 836. Не знаю, че рабочие. Надеюсь, рабочие. Буду очень рад. Ну, потом две одинаковых платы. Это, походу, наверное, с кассетника. Тоже с той самой Веги. Так, ну это 100% с маяка. Плата, с какого не знаю, но с маяка точно, с магнитофона. Потом куча мелких. Вот что мне понравилось, светодиодов приличное количество, халявных проверял, эту плату рабочая. Потом куча микрух, возможно, пригодятся, выпаяю. Вот светодиоды. Вот это от кассет платы. Это блок питания.
предполагаю, от телека 2. Вот передняя панель от телека. Все в пыли, в грязи. А, вот трансик такой откопал. Тоже валялся, не знаю, годный, негодный, но пригодится. Ну, кому понравилось, ставим лайк. Ну, кому не понравилось, известно, ну, всем известно, дизлайк. Снимаю с руки в сельской местности. Штатив дома оставил. Ну, то есть штативом я не представляю, как это бы я снимал. Наверное, каждую плату по отдельности обозревал. Так что вот такая вот громадина находок. Те, что я нашел. Возможно, если повезет, я на то место еще отправлюсь, а может туда еще что-нибудь выкинули. Но кто его знает. Все платы валялись, я практически, я же говорю, в одном месте. Видно, кто-то вывалил кучу. Некоторые платы валялись в мешку. Как, например, трансформатор блок питания валялся. Усилок тоже там же валялся. Ну и некоторые из этих плат тоже валялись. Ну, остальные пришлось собирать в тот же мешок на мотоцикл и везти до себя домой. Теперь пойдут на распайку. Ну и, как говорится, радость для радиолюбителя. Но немножко и горе приключилось. Ездил я там и, короче, пробил колесо заднее. Придется теперь мучиться абортировать. Надеюсь, что камера более-менее живая, поскольку домой еле доехал. Ну, свалка, что вы хотите. Ну, ставим лайк, подписываемся, оценим. Также, кто желает, может написать, могу на видео распаять каждую плату, если интересно. Ну, я думаю, в распайке плат ничего интересного нету, но кому интересно, пишите, возможно, будет видео. Ну, вот еще раз крупным планом, точнее, сдаля. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся. Также расскажем друзьям. И те хай тоже подписываются. Чем больше народу, тем больше интересных видео. Как видите, автор очень старается, и автору на халяву повезло немножко. Ну а что дальше будет вести, это уже вопрос риторический. Ну, всем спасибо. Всем пока.